Село Родниковское. Могила лейтенанта Терлецкого Александра Степановича. Александр Терлецкий попал в плен в 41 году после тяжелого ранения. После долгих пыток лейтенант Терлецкий был повешен немецкими фашистами в центре села на глазах у всех местных жителей. По словам очевидцев того события, их всех согнали и под дулами автоматов заставляли смотреть. За малейший протест либо жалость к лейтенанту — расстрел на месте. Послевоенное время лейтенанта Терлецкого перезахоронили, и находится его могила сейчас в Форосском парке, где он начинал свою военную службу в пограничной заставе. Ему было 21 год. Вспомним всех поименно, горе вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Вспомним гордо и прямо всех погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе, есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечная слава, мгновенная смерть.